Масенький. Будет очень вкусный. Мы не врем. Да. И в другом раз, пакете два, столько три, же. 4, 5, 6. Скачу. Не попал? Давай. Закономерный результат. Стайка хариусов. Заводи, подъезжай к этому Фэдди, выйди по улице. Завур, зря ты не поехал, между прочим. Романтика, экзотика сплошная. 35 градусов в тени. Там Анистров, сейчас его называют Еловый, то следующий Куростров, за ним Портостров, Воиностров, а на Куростров избушка осталась? На Курострове, да, там любители ее поддерживают, все. Но она древняя, она была перевезена вот отсюда, вот с Адугубы, и поставлена туда, здесь же тоже раньше лесовый участок был. Тень дуба, тень речка у меня отпадает. Тут вот за песчаным Ромка, там тоже домик был.
третий ушел. В лесу-то все соскается. Конечно. Бомбе по 25 ты его не сдашь. Там что, на рыбалку? Метров она продает 60 метров на посадку. Баном занимается. Покуривает. Нормально? Да, на, машину ты вездеходная. Значит, что стоит? Вот это сделать руку. Антон, больше не убежит.
метра три. Метра три? Даже меньше. Меньше? Я там искал. Нету, да? Это я так вот. Все время, да? Вожу. Я не. Не, у меня тоже была. Три копны. У меня и все, и в роднике ну, была. На лазе не пробовал, говорю, ловить. Пробовал. В другой раз так берет, блядь. Пускай обратно курит. На оладьи все-таки попался, да? Ну, на лыжах видел, вот, на лыжах прошли сани впереди нас, они лыжами...